Привет, друзья, подписчики ВАИ! У нас сегодня будет мега-битва 50 волчков на одном ринге. Я пишу это без наушников, одним дублем будет мега-битва. У меня здесь есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 запускалок. Я уже на некоторых закрепил бойцов. И сейчас просто буду рандомно вбрасывать их на арену для вашего веселья. Это будет мега-эпично. Итак, перед просмотром, конечно же, подпишитесь на канал, поставьте лайк, ребят, ну пожалуйста. Все, поехали играть, прям мега-видео, погнали! Жух! А, да, и они все правосторонние. 3 волчка на ринге. 4 волчка на ринге. Взрывной финиш раз. Взрывной финиш два. Играет взрывной финиш. О, господи, я сбился со счета, друзья мои. Так, кто у нас тут выжил? У нас тут выжил Кирбеус и легендарный Сприган. Так, сейчас я быстренько засовываю обратно все пускачки в пускачи. Это было эпично. Мне понравилось. А вот. Давайте еще раз. Да, прикольно, конечно, их вбрасывать, если у вас они все закреплены. А если они не закреплены, то приходится закреплять их заново. Вот, поехали, следующий раунд. Я поставил не все, поставил только несколько штук. Просто буду вбрасывать. Взрывной финиш для легендарного Спригана. А этот парень остановился. Так, окей, я уже сбился со счету. Просто буду, наверное, одной пускалкой забрасывать. Да, так будет проще. Пускалкой от Покаратори. Выбивание с ринга, выбивание с ринга. Что за толтроек? Влетает в ринг и промахивается, разносит все мои пускачи. Кербеус. Зи Ахиллес. Фрэш Рагнарёк. Просто месиво. Взрывной финиш. У меня подвисла токаратомская пускалка. Это жесть, все ломается, все разлетается. Какой-то кошмар. Дома так лучше, конечно, друзья мои подписчики, не экспериментировать. Так, скидываем, ой, сбрасываем, погнали еще раз. Мега битва. Бесконечная тонна веселья на моем канале. Пейзон, подписывайся, ставь лукс. Взрывной финиш для ревайва Феникса. Парнеус влетает в ринг, волчки там по полу где-то еще вращаются. Ой, улетают все с ринга. Какой-то дурдом происходит. Буду вбрасывать, пока они не кончатся в коробке, а потом буду вбрасывать со стола. Так, я думаю, здесь уже все. Давайте немножко разгребем. О, Сприган еще вращается. Ребят, смотрите. А я не понимаю, почему подвисла пускалка таракан Томми. Какая-то дичь. Сломалась пускалка. Господи, что произошло? Вау. Продолжаем нашу диалектику. Вылетает за пределы студии. Зейтрон и Ахиллес на ринге. Аматериус врывается, проигрывает Ахиллес. Ах ты. Все посыпалось. Все, у меня наушники там отлетели куда-то в сторону. Давайте еще играем. 1-1 Аматериус на ринге плюс Орпегис. Мега битва. Куча всего валяется уже за пределами студии. Аматериус проиграл. Волтрек и Токаратоми. А еще кто-то. А, это Коли Хорусут. Давайте скипнем. Да. Эта арена, друзья мои, не прощает ошибок. Зи Ахиллес от компании Тара... О, это Хасбро. Врывается в ринг. Друзья, это месиво. Это вообще безумие. Вылетает Фрэш Рагнарёк. Блэстер Рагнарёк соскакивает с моей пускачки. Да, одному такое лучше, конечно, не проворачивать. Но в целом прикольно. Опять подвисает у меня Рагнарёк. Так, готово. Готово. Бастет Скалибус пошел. Вандербол Трейк от Хасбро. Годбалки от СБ. Вылетает у меня Бастет Скалибус. Рагнарёчек, который второй, вырывается в ринг. Вась Леопард. Выбивание Рагнарёка. Год Валкири проигрывает. Врывается Сплэш, вылетает с ринга. Год Валкири врывается в ринг. Край Сатан. Проигрывает Вайс Леопард. Ах ты. Теряет скорость Год Валкири. Красотан еще вращается, но тоже проигрывает. Забираем Сатана. Сумасшествие. Бизнес-бумер. Вау. Дальше. Так, здесь уже все. Все, коробка закончилась, друзья. Теперь буду играть просто, брать их со стола. Поехали. Кто остался? Валькирия. Леопард подвисает. И улетает от меня волчок. Секс Калибур. Реквием.
Так, все, давайте тоже заканчивать. Дальше. Скалибур. Триган. Орпегис. Секскалибур. Все, финиш. Здесь финиш. Не получилось. Последний бой. Не получилось. Секскалибур против Финнинг Валкири. Ой, что за этого ультраека? Против Вайса Леопарда, который опять у меня подвис. Взрывается Вайс. Вайс Леопард вылетает за пределы ринга. Винт и Грин не имеет. Возвращается по центру. Кто-то у меня там вылетает. Триган Реквием. Бейблейд Стан. И Экскалибур первый. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. С вами был чудовищный угомонный Блейдер. Всем удачи, всем пока-пока-пока.